какой ебаный звук, это пиздец. Блять, как он бьет, сука. Ауди, где ауди? Блять. Аплай, ну... Ебать. Блять, тут разрешение, короче. Блять, сейчас менять, сейчас все зависнет. Давайте так оставим. Короче, похуй. Буду в окне играть. Не настраивать. Так, давай так. Я играю на геймпаде сейчас. Чувак, видеоигры изменил. Они не такие сложные, как были раньше. По сути, я могу что-то сделать, блядь. Чё, блядь? Какие они нахуй не сложные? Я пройти ни одной игры не могу. О чём вы, блядь, говорите? Блядь, ну сука. С какого-то хуя пиксельное меню, а здесь, блядь, все не пиксельное, блядь. А здесь не пиксельное. Смотрите, да? Чё такое? А, манна на карте. Понятно. Ну, физика, говно. По крайней мере, не физика. Ну, блядь. На говно это похоже, это визуально так кажется. Супер Марио, это круче, блядь. А, блядь, типа это так сложно, что это даже первые две секунды в игре не пройдем. Ну, блядь. Охуенно, вот эта игра, блядь. Слушайте, блядь, а? Для даунов, нахуй, для гиков, ебать, игра, которые любят хардкорно. Вообще пиздец, её невозможно пройти, даже 2 метра не могу пройти. Ну, сука, это неинтересно. Лично мне пока не. Блядь, какой-то пиздец. Ну, кто хочет, блядь, пройдите, попробуйте, я не понимаю. Тут дети, блядь, я не понимаю, блядь. Ёбнутая параша. Блядь, ещё первый раз как-то проскочил, блядь. Повезло, блядь. А, это можно убить, блядь. Ну, денег больше. Ну, голова, блядь. Сейчас бы уже закончил обзор, но... Не додумался. Я думал, реально супер сложная гармошка. Казалось, нет. Казалось, можно поиграть. Вот, блядь. Ну а как, сука, это, блядь, играть? Кто в меня попадает? Блять, все равно это неинтересно, блять. Честно сказать. По 2 часа их убивать сидеть. Пересоком не играть, хуйня, блядь. Даже не знаю, на что это похоже, блядь. У нас есть пиксельные игры с непиксельными, блядь. Ничего не может, только один выстрел, ебать. Опять я до сюда дошел, блядь. Да как я, блядь, должен перепрыгнуть? Чё за хуйня, блядь? Сейчас разбегу попробую, блядь. Заебала эта игра уже, блядь.
Бота полная пульта. У тебя чип удалит, спасибо. Тут он главный. Может, я что-то не понимаю, блядь, или что, блядь. Сейчас разбегу, блядь. О, ну тут так не получается. Здравствуйте. Супер дресто, блядь. Ну ты чё, финал, блядь? Финал? Нет, не финал. Это уже прошло. Где-то баночка с дороги лежит. Как её взять? Оказывается, мельницу не надо убивать. Она только не залетает, блядь. Да вы что, блядь? Ты чё, баги, видите, полоски такие проявляют на экране, вот сейчас, видите, полоска какая-то хуйня. Баги, баг, блядь. О, тут отпрыгивает, блядь, может быть, ничего. Как вот я должен там верхнего убивать, да? Да, пусть как я думаю. Чё, она из косок не стреляет, вверх он не стреляет. Что, блядь, перед тобой, блядь? Я типа должен обходить, блядь. Ах, жалюха, блядь. Супер 300 на стуле, блядь. Супер 300. Не забыла разбегать, блядь. Теперь жизни нет. Да, блядь, все, заебало, блядь. Все, не могу больше последний раз. Чтобы я еще в эту кончу играл. Там. Я на деньги-то ненавидел. Да, там руки, блядь, супер сложные. Там не мог пройти, блядь, на уровне. Там еще сохранения нет, за заново. Вот оно опять, возрождение. Кому-то, блядь, не имеет. Вот по тупым играм. Причем это исполнено, блядь. Хуже, чем на деньги, блядь. Еще кто, блядь. Нормально сделано, как-то интересно, блядь. Блядь, блядь. Вот это, блядь, какая-то залупина, блядь. Все, короче, не хочу играть в это говно, мне не интересно абсолютно что-то дальше. Можно, конечно, промучиться и пройти там, допустим, первый уровень, блядь, но чем дальше, тем хуже, а это только первый уровень, и как бы... Игра неинтересная для меня, лично.
Вот этот персонаж, он даже глаз нет. Что это, блядь? За хуйня? Бред какой-то, блядь. Ну, похоже на дэндевские игры. Но при том, что дэндевские игры были более какие-то битовые, пиксельные, блядь. Эта игра... Шагниз, блядь. Пикселес. Не пикселес. Вот. Ху! Не советую, блядь.